Чтобы выехать ЖД транспортом из Северо-Казахстанской области, теперь нужно иметь справку с отрицательным ковид. Сдать анализ можно в 4 лабораториях Петропавловска, стоимость около 8 тысяч тенге. В сентябре на севере страны было отмечено 153 случая заболевания коронавирусом. В октябре еще 355. Областной центр считается очагом распространения инфекции в регионе. На выезд, для того, чтобы нас потом наши коллеги и наши соседи не обвиняли, что мы перевозим инфекцию к ним, выезжая, была введена такая непопулярная, я понимаю, мера. А междугороднее сообщение автобусное, оно будет прекращено и запрещено между карантинными пунктами. Остальные межобластные перевозки не запрещены.